Ребята, а что еще? Вот меня всегда интересовало, что же, вот, что же людей привлекает в парусе? Это как бы не маркетинговое исследование, нет, нет, вы не подумайте, а просто мне на самом деле интересно, что же парус вот для вас, вот Коля, Коля, вот ты меня снимаешь, что, нет? Ну а как? Вот ты постоянный наш посетитель. Какой? Что не хочет? Да, хорошо. Ладно. Эрик, что для тебя парус? Это большой, добрый, бородатый человек. Вот так вот. А вот у нас есть и те, кто к нам на посиделки постоянно ходит. А что для вас парус? Душа поет. Дружба. Как родная семья. Спасибо. А вам? Здорово, хорошее настроение, это жизнь. Поэтому надо с песней по жизни. Светочка, а что ты скажешь на этот счет? Родные люди. Я без паруса просто дико себе не представляю. А вон там передайте сюда. Вот. Свежий ветер в парусах. А вон там вот еще сидит вот такой суровый парус. Сережа, дело в том, что это очень интимный вопрос. Нет, я серьезно, это так же, как задавать вопрос, почему тебе нравится вот эта женщина. Черт, вот нравится. А? Как? Нет, ну это второй уже вопрос. Я на один только собирался. Дело в том, что это действительно на уровне какого-то вот, женщины, наверное, да, на уровне взгляда, запаха, я не знаю, там, какой-то ауры. Вот здесь, наверное, на уровне ауры, потому что про запахи мы не будем говорить. Вот они здесь кафешные. А аура, да, она какая-то. И тебе. Ну, не знаю. Душа, наверное. А для меня парус – это все мое свободное время. Это каждый мой зритель самый-самый любимый, самый лучший. И каждому зрителю самое лучшее место всегда надо. И еще это возможность роста. Желание научиться на гитаре, и такая большая-большая любовь, и позитив, и вообще, вот, наверное, парус – это вот счастливого плавания. Да. Так, давайте там выпускаем шнурочек. Вот. А вам? Тепло родного дома. Сережа, а тебе парус вот что? Ты один из самых старых здесь, кстати, вот. Парусян, да. Ну, да, хорошее настроение, да. Много новых песен и вообще общение. Ну что? Да нет. Туда не дотянется, я боюсь. Витенька, мы скоро будем отмечать твой юбилей. Скажи, пожалуйста, что для тебя парус? Что для меня парус? Парус – это парус надежды. Я надеюсь, что пока жив парус, и я буду жить. Коля. Парус. А вот парус для меня стал первым таким пинком, чтобы я тоже занялся авторской песней. Именно в парусе я повстречал своего отца. Барда отца Михаила Семененко. Именно он и дал мне этот самый первый пинок. Ну ладно, спасибо вам большое. Сережа, давай тогда ты споешь. Действительно, мы тут перебирали, кто же из действующих членов клуба «Парус» является самым. Не совсем. Ну не совсем, но тем не менее. Так. Пройдешь? Давай. Рокировка. Сережа, да. Стул, пожалуйста.
Поздравляю клуб «Парус» с юбилеем. И хотел бы первую вещь сначала сыграть. Надеюсь, получится. Значит, старинный русский вальс. Если кто знает репертуар гитариста и режиссера Петра Тодоровского, это его обработка из фильма «Был месяц май». Помню, кто ее написал, но она, в общем-то, всем известна. Возьмешь и тронешь струну за струной.
ты словно опять ненадолго зайдешь, единственный, самый родной. Шумит волна, звенит струна, гитара поет и поет. Поет о том, что вновь с тобой, что вновь с тобой. Звездой голубой чуть мерцает маяк, морская волна шелестит. И песня тебе помогает, моряк, суровую службу нести. Шумит волна, звенит струна, гитара поет и поет. Хлестнет штормовой. Сегодня морская душа говорит с певучей гитарной струной. Шумит волна, звенит струна, гитара поет и поет. Поет о той, что вновь с тобой, что вновь с тобой. Что-то сказать. Я не помню. Он не помнит. Мальчик не помнит, что должна прийти тетя Соня. Мальчик не помнит. За этого мальчика говорит все побережье, а мальчик не помнит. Мальчику 10 лет, мальчику. Что такое, моя рыбка? Давай. Так. Да подожди. Тетя Соня раздаст рыбки. Ирочка. Ну раздай рыбки. Дети и пенсионеры морского ведомства в первую очередь. Не стесняемся, открываем рыбку. Ну что ты говоришь, конечно, помогут. Сейчас будет. Тут уже. Что? Что? Рвите рыбку. Тетя Соня поставит шпаргалку. Рвите рыбку. Я сразу два пуп-китра. Пуп-китра два. У нас ничего не попадает, Вадик. Рядом с нами все. Я тут прочла статью в газете. За вас на главной говорят. Так.
большой корзиною Кефали. Примчалась к вам на огонек. За всю Одессу, те, кто в адеквате пьют за вас, Костя поздравления смсит и стучит морзянкой каждый час. И долой этот фартук, пока нас никто не видит, и долой та поганая рыба, будем петь. Это не Костя. Ну выходи. Нашего очень хорошего друга. И вот я-то его знаю еще гораздо дольше того, как появился парус, потому что мы познакомились в году 87-м. Витя, правда? Ага. Ага. Вот. И я очень удивился, когда вдруг, значит, в парусе в Питере, то есть я-то знаю, Витя Баранов, Караганда, там, Сережа Нотик, Тольятти, простите. Вот. И вдруг, значит, парус такой, и тут, значит, и Витя Баранов. Так, тебе не парус. Ну, все-таки поздравления от Ковбоя. Ну, уже все.
все. У меня был... Хотел задать вопрос. Спеть одну длинную, серьезную или три коротких, но смешных? Смешные. Ну, уже понял. Ладно, я тогда спою одну длинную, смешную. Нет, просто мы как-то немножко подзабыли. Я сейчас только что вернулся из Москвы, мы с Сережей Погорелым выступали в тамошнем Меридиане. Я хочу вспомнить Сережину песню. Отец мой был доцентом кафедры ботаники. Твердила мама, что ты брал с него пример. А я поплыл с кобылой в Штаты на Титанике. Прихватился на зарядный револьвер. Так мечтал в Техасе сделаться ковбоем. Мою святыню на океанском корабле. С кобылой, с эссоном, со свитом под рукой. Возникнет, может, сразу тысячи проблем. Короче, мы спустились в бар, чтобы выпить виски. Там по усам текила с водкой текла. Моряк какой-то вякнул по-английски. Мол, зря пустили в бар кобылу и козла. Во мне, конечно же, взыграло речевое, а у кого бы это вызвало восторг? Как взыграет речевое у ковбоя, его обидчику одна дорога в морг. Все метких пуль пробили дырки без козырки. Скачив в семи местах, пробили борт. Вода забортная, как хлынет в эти дырки. Ой, зря ты, мама, не решилась, но ничего. Возникла паника на палубе Титаника. Народ увидел окружающий ландшафт. И лишь моряк и я не поддавались панике. Отпили виски с огурцом на бронзершафт. Пассажиры на плоты и в лодки влезли, а мы на лошади рванули просто так. А как же быть, и что ж делать, если нет места в алкоголь попал? Что было дальше, не припомню детально, поскольку паре основательно хлебнул. Мы с морячком проснулись утречком под пальмой, в одним кусклячей. А Титаник затонул. Моряк прозвал очко, пардон, сошел на берег. Когда приспичит, он в развалочку ходил. С лицом как будто бы открыл 500 Америк. А тут и съел его голодный крокодил. Как хирдал, я строил лодку из папируса. Набрал воды, нарвал провизии в запас. И нацепив штаны в лоску вместо паруса, с попутным ветром мы отправились в Техас. И передать, как нам с кобылой трудно было, но в час, когда достигли мы материка, ожеребилась подержанная кобыла. И жеребенок был похож на моряка. Умники читали мне нотации, каким набором хромосом не может быть. Я написал на эту тему диссертацию, и с Медвесом помог ее мне защитить. Науки нет важней генетики на свете, с моей рыжей кобылою вдвоем. С тех самых пор в Техасском университете со страшной силой мы ее преподаем. Но все ж не стоит забывать об арифметике. Запомни раз и навсегда, мой юный друг, что от количества патронов пистолетики зависит масса интересного вокруг. Мы, кстати, что-то подзабыли о ботанике. Не дай мне пестиком с личинками отпор. Мы поплыли с кобылой в Штаты на Титанике. Надеюсь, что плавал бы Титаник до сих пор.
русская народная песня. Огромна река Колорадо, коварный камень на дне. Хоть это и нафиг не надо, индейцы сплавлялись по ней. Дальше идет на индейском языке. Пропела мне в лунно Атаси торчать, сказал, ты не тучен, Гачгугу. Ведь нет уж у нас ни штанов, ни весла, ни стрел, ни маиса, ни луку. Чувак, это стрёмно, со стрём или нет, обща, как два пальца замочит. Откуда на чхапке, ведь ты у меня прожорливый, как тамагочи. Гриб скунсу не пара, решил Винету. Цинга — это типа серьезно. Поднес трубку мира к беззубам рту и в позе застыл коматозно. Апач не вернется, вратимый дигвам, и сквозь статус кого поменяет. Каноэ несется по бурным волнам. Куда? Маниту его знает. Пиратская песня такая. Представьте, я вот пират такой, стоял у меня всего по одному. Один глаз, одна нога, одна рука. Все по одному, потому что все в боях утрачено. И я рассказываю леднящую историю, так сказать, своего появления здесь. У пушек стоя спальни командиры. Шкиперы от страха матерились, когда слыхали, что отдался Швартовый, в трех сотнях миль от них наш славный брик. Свиньи капитаны все молились, купцы от страха в трюмы хоронились. Их потрошил, как старые перины, наш славный черный брик Узбекистан. Мы попали в буру, лупили по форштевню волны с дуру, и даже старый боцман Боб Акула отдел со страху чистые штаны. И парус, порвали парус, кайф. Вот тут нас под шумок и окружили, чинно, благородно утопили. Погибли все, меня лишь захватили два итальянских брига и фрегат. От радости, что бриг наш уничтожен, набились все, и вахтенные тоже. На пьянке в назидание потомкам меня решили сразу же гостить. Повесили меня на верхней рее. Хотели, видно, сволочи за шею. Но с пьяных глаз напутали карамба, и за ногу повесили меня. Я так висел 3 дня, но вот хоть тресни. На палубе шумели драки, песни. Но, наконец, отправили матроса, чтоб снять мой холодный добрый труп. Матрос был, видно, выпивший немного. Хотел веревку, а обрезал ногу. Я свалился, вспоминая Бога, и мать его на небе не забыл. Счастью так плыл без перекура от голов. Волна отгрызли руки мне акулы, а на 7-е сутки этой ванны меня поднял на борт казахский шлюп.
И вот я здесь компуюсь понемногу. Все вспоминаю, где-то брошенную ногу. Теперь гоните старому оператору. Опохмел души из-за рассказки. А другие занимательные истории и песни можно будет услышать 25 числа. Да, да, да. Именно так. Послезавтра. Послезавтра. Всех приглашаю. Дом актера. Невский, 86. Вход свободный. Да, мы там тоже будем. В 19 часов начало. Да. Так что будет отмечаться... Очень рекомендую. 70-летний юбилей дедушки Барана. Даже про дедушки. У меня родился сопрано недавно, так что я уже про дедушку. Ну, мы уже приближаемся к финалу сегодняшнего вечера. Я честно скажу, что настроение улучшилось. Ой. Лёва, давай с тобой. На самом деле, вот этот сезон для паруса очень тяжелый, отчасти из-за того, что у меня как-то и голова была забита другим. Видно, головы были пустые. Да, видно, головы были пустые. Вот. Но тем не менее, мы продолжаем. И пусть это закрытие сезона, значит, в начале июня будет окуневый вечер, вечер юмористической, актерской песни. Будет лесной концерт, где мы тоже будем. Будет много чего интересного. В октябре мы откроем следующий сезон клуба «Парус». Не моря голубого.
лишь немного погрустнел. Вполне естественною грустью я лишь немного поумнел своим естественным умом, своим естественным умом. Я часто слышу, как вода журчит, струясь по перекатам, и попираю Млечный Путь своей умысленной ногой. Я лишь слегка отяжелел и стал чуть более женат, но я все тот же человек и никакой-нибудь другой. Походку, только парус не сжег, чтоб пахучая была икра.
Смолин свою лодку и отправил на ней по морям своего двойника. Золотою янтарной смолой просмолил свою лодку и отправил на ней по морям своего двойника. Если что-то не так, если в сердце тревожное вьюга, если сплетни окутали через моря и года, приплывает ко мне капитан в парусиновых брюках. Ничего говорит, не печалься, пройдет не беда. Приплывает ко мне капитан в парусиновых брюках. Ничего говорит, не печалься, пройдет не беда. В парусиновых брюках, широких, залатанных, длинных, мы бродили в развалку, чуть на бок была голова. Мы придумали море таким, как на старых картинках, и условились так, что открыты не все острова. Мы придумали море таким, как на старых картинках, и условились так, что открыты не все острова. Любит хорошие песни. Так, а следом должны быть слова вот здесь, потому что я... Ну, вот, все-таки мы выражаем большую благодарность Игорю Кармановскому. О чем он еще не знает. Да, вот, за то, что в свое время он написал одну песенку, которой мы воспользовались. Совсем большой, можно и пошуметь. Ну-ка, представьте, я здесь старшой, всем на меня глядеть. Как это все-таки хорошо, в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо, в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо, в парусе песни петь. Песни петь, как это все-таки хорошо.
хорошо в парусе песни петь. Вспомним всех тех, кто от нас ушел, песни будут греть. Все они с нами своей душой парусом будут владеть. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Тем, кого слуха лишен, ухо прижал медведь. Посиделках и вечерах тихо можно сидеть. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Плечами рюкзак большой на фестиваль успеть. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Тост, как обычно, провозглашен, Африка будет гудеть. Выпьем за тех, кто сюда не пришел, надо их пожалеть. Как бы им было хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе песни петь. Как это все-таки хорошо в парусе петь. А вот это мы вообще даже не репетировали ни разу. Да, важно. Попробуем. На день рождения в этот раз собрались в парусе у нас. Ведь... Я репетировали, да. На день рождения в этот раз собрались в парусе у нас. Ведь 10 лет крутая дата. Пришли здоровье пожелать, пожрать, попить, потанцевать. Без фанатизма и разврата. Пора бы парусу иметь свой домик, чтобы песни петь. Пусть не дворец, хотя бы хата. А можно чистый уголок, шалашик, можно из досок, чтоб были стены и потолок. Ах, парус летом и зимой, сюда приходим как домой. Но нет здесь тягот бытия, здесь только песни и друзья. Спасибо, парус, 10 лет. Ты даришь нам тепло и свет, и мы под парусом твоим читаем, пишем и творим. Ах, парус летом... А что снова? Нет, погоди, давайте. Спасибо, парус, 10 лет. Ты даришь нам тепло и свет, и мы под парусом твоим читаем, пишем и творим. Потом отойди. Слова Ирины Канариевой, музыка Игоря Кармановского. Это нет, это не Кармановского. Мы живем, да, репетируем вот так, и не да. Репетируем, и петь можем прямо репетировать на сцене.
Спасибо большое, друзья, за то, что собираетесь с нами, за то, что приходите на наши вечера, за то, что не обижайтесь на все наши рассылки. Мы искренне приветствуем каждого артиста, которого мы представляем на нашей сцене. И извините, если вы не разделяете все наши мнения. Вот. Но мы стараемся и делаем то, что можем, то, что в наших силах. Спасибо вам за то, что вы есть. Вот как хорошо, что есть человек, который может за меня сказать все эти хорошие слова. Будьте здоровы, будьте счастливы, приходите к нам и до новых встреч. Спасибо вам большое. Сережа, с днем рождения! Ура! А, что так? Как еще было? Приходите на юбилей Виктора Баранова, слушайте Барт радио. Приходите в клуб «Музыкальная среда», раздатки на столе, да. Приезжайте если все на лесной концерт. Если у нас сезон закончился, то в «Музыкальной среде» он еще продолжается, и будет еще «Живая струна», когда? Еще сначала Пушкинская в апреле 26-го, выйду среду, а потом еще в мае. Ты же хотел спеть с Колей! Они, слушай, не получается. Они мы еще будем, совсем не репетировали. Мы будем готовить эту песню к этому, к июню вечеру, да. У нас, конечно, официальный на сезон в Африке закрыт, но еще совершенно песня, которая... Да, будешь учить, представляешь, у тебя есть задание, капитан. Вот. В начале июня, подождите, пожалуйста. Как только согласуем дату, сразу вам сообщим. Это посередине недели будет, потому что там уже на выходных бессмысленно все на даче. Фотографироваться да, надо. Давайте все. Спасибо большое. Да. Мы убираем и включаем. Вадик, руби звук. Какую-то кнопочку надо нажать. Да, да, да.